с понедельника. У нас нет урановой бомбы, нет оружия возмездия. Оно есть, мой фюрер. Если становится слишком жарко, пора отдавать дело в надежные руки. Это Ребров, не успел. Скорее всего, термический заряд большой мощности. А вы что здесь делаете, майор? Опасность и интриги – это то, с чем он справляется лучше всего. Дела наши не слишком хороши, Денис, можно сказать, плохи. Путешествовать любишь? Раньше не очень любил. В Германию поедешь. Пока судьба всего мира висит на волоске от падения. В этом концлагере с мая 43-го находился мой брат, Игорь Куракин. Ваш брат убит. Стечение обстоятельств сводит двух совершенно разных людей вместе. Вам плохо, девушка? Садитесь, я вам помогу. Я уже никого не боюсь. Здесь может быть небезопасно. Везде крысы. Но я не боюсь крыс. Найдите как-нибудь меня. Михаил Пореченков и Юлия Снегирь в многосерийном фильме «Контр-игра» с понедельника на ТВ-РУС.